В этот год у нас знаменательный тем, что мы впервые принимаем в нашем городе вот именно вот такой вот форум. Это бойцов ММА, которые будут сегодня выступать на этом ковре, на этом ринге, и будут завоевывать честь выступать на перечне ИФО, отстаивая интересы нашего Краснодарского края, как бойцы, как спортсмены. В Краснодаре Федерация ММА существует уже несколько лет. Для Анапы это новое направление, но его намерены также активно развивать. На чемпионате Краснодарского края Анапу представил один боец, но ему удалось занять одно из первых мест и получить путевку в сборную края. Наш спорт популярен в крае. Мы планируем его и дальше развивать, объединять клубы, потому что очень много клубов, которые занимаются развитием нашего вида спорта. Не всегда получается, что они входят в состав нашей федерации. Поэтому наша задача увеличить количество и клубов, и занимающихся в Краснодарском крае, в том числе и в городе Анапа. Победители турнира представят край на чемпионате Южного федерального округа в конце марта. Сейчас в Анапе проводят семинары и мастер-классы действующие бойцы лучших лиг мира. В будущем на курорте планируется организовать базу для тренировки и сборов.